Belly Dance распаковка и ее ведущая Ксения Неверко. Ну что ж, наступил 2022 год. Я поздравляю вас, желаю вам здоровья, счастья, веселья, а также огромных творческих планов и идей. Ну и также, конечно же, их реализация. В моей жизни тоже произошли некоторые изменения. Например, я поставила брекет-систему, поэтому в наших выпусках будет меньше улыбок. Но это не важно, потому что самое главное – это то, что мы с вами будем снова делать распаковки. А сегодня я буду распаковывать вот такую прекрасную посылочку. Прислала мне ее просто фантастическая танцовщица, прекрасная Виктория Шастун. Я сразу на нее оставлю вам ссылочку. Кстати, если вы не знали, самые качественные переводы арабских песен с любых диалектов можно заказать у Виктории Шастун за 300 рублей. Девчат, 300 рублей. 300 рублей и перевод эксклюзивной песни для вас. Так, это не реклама, это рекомендация. Итак, по ссылочкам. Я вам сразу скажу, что там. Там косметика для сцены. То есть здесь профессиональная косметика, которая подходит для сценического макияжа. Именно поэтому вы видите мой ненакрашенный фейс. Вот, сейчас мы будем распаковывать и заодно проверять, подходит, не подходит, как оно и что оно. Так, ну поехали. Ну что же, открывать мы будем ножницами. В этот раз ножницами. Честно говоря, что конкретно за косметика, там я не знаю. Поэтому я не накрасила ничего на лице. Давайте проверять. Так. Есть коробочка. Есть коробочка. Ну-ка давайте посмотрим. Так. Посмотрите, какие сердечки. Спасибо, Викуль. Сейчас будем смотреть, что тут. Я немножко волнуюсь, потому что у меня уже есть любимые продукты, но, скажем так, я не из тех людей, которые, нашедшие любимый продукт, будет искать что-то новенькое. То есть для меня, вот я нашла то, что меня устроило, я как бы больше не ищу. Поэтому я немножко волнуюсь. Вдруг тут будет то, чего я полюблю. То, что я полюблю больше, чем то, что я уже люблю. Поэтому сейчас будем с вами смотреть и четко уже понимать, что это за средство. Средство у Виктории можно заказать практически в два раза дешевле, чем в любом магазине. А косметика профессиональная, не фуфло. Смотрите, тут поролоночки. Либо чтобы не разбилось, либо чтобы я не догадалась, что там... Так, открываем, открываем, открываем. О, боже, девочки, держитесь. Я уже не могу, я уже не держусь. Я о них мечтала, Вика, я о них мечтала. Боже мой, девчата, девчата, девчата. Я сейчас буду плакать, как я хотела такие сережки. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, сейчас быстренько цапаем. Посмотрите, они полностью из трассовой ленты. То есть вы как бы догадываетесь, чтобы на фотосессии это будет просто вау. На сцене не знаю, если только, наверное, другое крепление. Крепление здесь стандартное. Хотя, не знаю, на сцене бы тоже бы хотелось таких поблистать. Но я, честно говоря, бы стремалась на сцене. Я боюсь, что они не развалятся, они выпадут. Хотя, знаете, у всех разные уши. Я, например, никогда гвоздики не ношу. Но эти я буду носить. Я просто реально о таких мечтала. Я их видела, но я не видела нигде, где можно такие приобрести. Девчата, кому нужны сережки, пишем Вике. Она вам все расскажет. Охренеть! Охренеть, божечки мои! Так. Ну-ка. О боже! Сюда нужно прямые волосы. Сюда нужно выпрямляться срочно. Девчонки, батюшки мои, не, вы только посмотрите. Вика, спасибо.
Господи, господи, господи. Мне на это надо еще посмотреть. Это просто бомба. Сюда нужно смоки. Нет, на сцену бы мне было, честно говоря, жалковато одевать. Я боюсь, что вот мотнешь башкой и разлетится. Поэтому, если вы хотите на сцену, потому что это очень круто, да? То есть таких сережек я вообще ни у кого на сцене не видела. То есть, если хотите на сцену, нужно продумать крепление. То есть нестандартно, знаете, бывает на таких старых сережках, в основном серебряных, такие специальные задвижки сильные. Вот, возможно, с ними будет хорошо. А вот для фотосессии просто вау, все бежим. К Вике, короче, все бежим. Батюшки, какие они красивые. Просто вау. У меня реально нет слов. У меня и нет слов. Это просто вау. Ох, господи, я даже в шоке. Я просто в шоке, от которого мне не отойти. Так, давайте дальше смотреть. Так, это палетка теней Revolution. Мейкап Revolution London. Сейчас будем просматривать, что это за Мейкап Revolution London. Так, насколько я знаю, вот такие средства через Викторию реально можно купить практически 50% скидкой. Там, то есть она знает, как достать реально дорогие вещи. Не подделки, на секундочку, сразу вам скажу, не подделки, а оригиналы. Ух ты! Ух ты! Это бомба. Если честно, девчат, я вообще не поклонница ярких цветов в макияже, но для сцены это просто must have. То есть недостаточно просто черные фингалы или панду нарисовать. Сейчас, да, в моду входит, вы, я думаю, тоже следите за макияжем, в моду входят глиттерные тени, огромные стрелки, много блестюшек. Так что это тоже просто must have для всех. Боже, какая красота. Вика, спасибо большое. Посмотри, ты угадала просто с моим цветотипом. Я зима, естественно, мне тоже подходят все эти цвета. Поэтому спасибочки. У меня еще никогда не было палеток в картоне. То есть, получается, она не отклеивается или они меняются. В общем, я как тупица, ничего, пока про это говорить не будем. Не буду. А, все, поняла. Здесь прикреплен скотч, чтобы вот эта штука не отклеивалась. Ну, давайте посмотрим на палец. Мне очень понравилась вот эта вот голубенькая ветка. Так. Еще раз. Смотрите. Хорошо пигментированные. Смотрите. Видите? Такие будут держаться очень хорошо, особенно если на праймер еще. Вау! Просто вау! Сейчас накрасимся и покажем вам. Я буду пробовать верхнюю, вот эту вот палетку. Верхнюю троицу. Просто вау! Смотрите, то есть тут можно зеленый, или вот этот комбинировать с коричневым, и также розовую палетку. То есть если смотреть меня, то мне подойдет все. Так, сейчас накрашусь и вам покажу. Сейчас делаю такой слабенький макияж, подходящий для жизни, для вечеринок, да. На сцену, естественно, нужно карандаш поднять. Скажем так, более глобально на сцену нужно накраситься. Мы сейчас посмотрим, как у нас получится с этой палеткой, скажем так, ну, вечериночку устроить. Так, бровки. Делаю смешение коричневого и черного. Самое главное, чтобы они не просвечивали. У меня татуаж, поэтому я просто повторяю форму своего татуажа. Я не бьюти-специалист, поэтому так красить я вас учить не буду. Я думаю, это делают другие лучше меня. Сейчас просто поставлю на скорость и быстренько накрашусь. Кстати, лайфхак. Светлые тени я специально наношу на ресницы. То есть прям не так, чтобы не отпечаталось. Вот прям наношу, чтобы когда я накрасила тушью, они были объемнее. Просто синие тени. Сейчас воспользуюсь черными тенями своими. А потом на них еще раз наложу синие тени.
Можно использовать крем для глаз, можно использовать праймер. И прямо на них блесточки. Я буду это делать пальцем. Размусоливаем. Просто только на подвижное веко. Сейчас я еще раз пройдусь светленькими, голубенькими внутри. Тушь. Посмотрим, нужна ли подводка будет или нет. Кстати, девчат, тушь очень всем советую, просто нереальная. Стоит 200 рублей в Улыбке Радуги. Просто огнище. Намного круче, чем все, которые я пробовала и за 2, и за 700. И даже те, которыми годами пользуешься и думаешь, что это самая лучшая тушь в твоей жизни. Такому макияжу, конечно, нужно красивое платье. Видите? 3 минутки. И бомба, макияж уже готов. Вот так называется. Немножко губы сделаем. Ага, ощущение появилось. Давайте стрелки все-таки сделаем. Кстати, NAX косметику тоже можно заказать в Виктории. NAX, да? Обожаю, просто мой любимый лайнер. А по стрелкам я обычно не парюсь, закрываю глаз и просто делаю по линии века нижнего. Потом немножко делаю толще и увожу в угол. Наш макияж готов, сейчас подойдем к профессиональному свету и посмотрим, как это выглядит на нем. 8 минут и супер, фейс готов. Я не делала ни контуринг на лице, да? Было бы круче, если бы делать еще контуринг, можно было бы. Но это слишком долго. Мы акцентируем наше внимание на тенях. Пошли посмотрим. Ну что ж, девчат, без болтовни, конечно, такой макияж может получиться за 5 минут. По-моему, выглядит круто. Сейчас я вам немножечко паду музычку, что-нибудь сниму, чтобы вам показать поближе. Я не мастер макияжа, честно говоря. Я мастер тяп-ляп и готова. Ну и, на мой взгляд, выглядит, конечно, круто. 5 минут крутой макияж. Охрененские тени. Вы, кстати, заметили, я думаю, когда я красилась, у меня ни разу ничего вниз не осыпалось. Это всегда для меня показатель качества. Также для меня показатель качества, когда я растерла, руки опустила, и след остается долго, который очень тяжело стереть. Тени проверку прошли. Еще раз вам напомню, всю эту косметику, и не только эту, и очень много, большой спектр профессиональной косметики можно заказать у Виктории, вот ее инстаграм. Я думаю, сережки у нее тоже можно заказать. В любом случае уточните, ну и про перевод не забудьте. Ну что, сейчас покажу немножко поближе и встретимся уже в новых выпусках. Пока-пока!